Когда он подрастет, расскажи ему, что выиграл его на турнире. Да. Микены позади. Воин Ахилл и кузнец Дедал. Ликомет. Мы проклинали его за... Сейчас? Привет. Нет. Прекрасный у тебя корабль, Ясон. Им я... Будь у меня такой корабль, 10 лет в погоне за черноязыкими... Когда-нибудь он все поймет. Я должен был все предусмотреть. Ясон, я тут думал о доспехе, который я для тебя сделал. Патрокл тогда торопил меня. На арене он тебе послужил, но я так и не успел закончить работу. Сейчас есть время, и я хочу это исправить. Что ты имеешь в виду? У меня есть два варианта. Первое – это добавить еще пластин, чтобы повысить гибкость. Это улучшит защиту доспеха и позволит тебе наносить более мощные удары. Второе – это улучшить уникальное свойство доспеха. Нанося удар противнику, ты будешь ощущать прилив новых сил. Я могу усилить этот эффект в 2 раза. Какой вариант ты выбираешь? Улучши уникальное свойство. Как скажешь. Я все сделаю быстро. Вот так. Теперь я могу им гордиться. Ты непревзойденный мастер, Дедал. Как тебя благодарить? Ты и так много для меня сделал, Ясон. Это я благодарен тебе за то, что ты взял меня с собой. Прими этот доспех. Микены остались позади. Куда, Ясон? Курс на Сарию. Как скажешь. Слушай внимательно, Скиаф. Тебе я 2-й раз повторять не буду. Он должен умереть!
Его щит и корабль вернутся в Иолк! Наши люди смогут попасть на Сарию раньше его! Пусть встретят! Сыграем еще. Ты жульничал. Жульнить? У тебя... Да. Ваш... Прост... А. Каждый по очереди называет... Кто повторяет уже названное имя? Учти, Ясон, у меня отличная память. Играйте без меня. Да, идем. Путник, что привело тебя на Сарию? Я Ясон, капитан Арго. Мы ищем потомка Гермеса. Здесь? Никогда не слышал. Или не хочешь говорить? Ясон, не доверяй этим существам. Существам? Людоедам. Ходят слухи, что они едят младенцев. Ахиллес, хватит. Кто-нибудь... Ликос может. Он альфа нашего племени Низиров. Он там, где... Так пойдем. Будь осторожен, чужеземец. Не поворачивайся спиной. Да. Торопитесь, корабль скоро вернется, и мы сразу отплываем. Я Брик, именем Гермеса, но мой совет, делайте как мы, уезжайте, не забудьте на нашу роль. Не знаю, что у тебя за дело, но на Саре... Что случилось? Год назад Низирам принадлежал весь остров. Теперь же у нас есть только этот берег и жалкая деревня. На острове завелось чудовище, гипноже. Лес в ее власти. Вы бежите от зверя? Вы бы не смеялись, если б видели ее. Существо в два раза больше меня. Ядовитые рога. Гипноже двигается очень быстро. Моргнул. Это... Идеальный хищ. Сколько... На острове остался максимум... Мы отослали женщин и детей. Лишь немногие упрямые губ... Иногда вождь, но... До того дня, пока... Thank you.
Биза, не уходи! Ты был на моей стороне. Нет, Ликас, не стоило сюда. Не говори так. Гепнаже живет возле храма. Еще один рывок, и мост наш. Мы можем, Биза, мы спасем наш народ. Оглянись, Ликас, тут уже некого спасать. Мой корабль следующий. Да? Я слышал тебя и Ликаса. Тебя это не касает. Ситуация ужасна. Я боюсь за... Чем это пахнет? Хе-хе. Старду. Не суди по тому, что ты можешь увидеть. Но удача, Гермес. Мы уходим. Приветствую. Я Ликас, Альфа Низиров. Вы те, кто приплыли... Я Ясон. Мы ищем потомка Гермеса на этом острове. Демилеон послал нас к тебе. Мне жаль разочаровывать вас, но Гермес покинул этот остров. Здесь больше нет его крови. Может, в другой части острова? Кроме нас, только нас... Мы не... Наши желания совпадают.